Добрый день. Сегодня 30 декабря. Как поет София Ротару, что мне делать дальше? Завтра Новый год. Давайте посмотрим, как знаком зодиака рекомендуется вести себя в новогоднюю ночь. Сегодня Луна движется по знаку Козерог. Могу сказать сразу, козероги, даже не прикасайтесь к продуктам питания, ничего хорошего у вас не получится. У вас будет немножко сегодня и завтра такой очень напряженный период, поэтому как-то будьте немножко более внимательны к себе и к своему окружению. Водолеи, завтра Луна переходит в ваш знак, и делать вам вообще ничего не надо, все, что вам надо делать, это красиво улыбаться. Все остальное будет само по себе. Луна создаст вам очень позитивное настроение 31 и 1 января. Рыбы. Рыбы достаточно нейтральная позиция. У них наконец-то закончились всякие разные проблемки, которые до этого были. Четыре планетки сейчас в Козероге очень позитивно создают рыбам настроение. Особо повезет рыбам мальчикам, потому что сейчас Марс находится именно в знаке рыбы. Но вот-вот-вот, именно на этой неделе, 4 числа, в ваш знак входит планета Венера. И девочки могут расправить крылья, и все у них будет прекрасно и хорошо. Овен. Ну, сегодня 30 числа Овнам точно не позавидуешь, у них будет такое достаточно напряженное состояние, и Новый год будет такой у них вот немножко динамичный. Все, что могу порекомендовать Овнам, терпение. Завтра будет попроще, но в целом новогодние праздники попробуйте пожить в таком умеренном режиме. Тельцы. Тельцам я уже неоднократно говорил, в их знак вошла белая луна, и ближайшие полгода она будет своего рода покровительствовать. Сегодня очень благоприятный период для тельцов, пока луна находится в Козероге. Успейте сделать все необходимые приготовления, потому что завтра ваше настроение может быть немножко испорчено, ну, какими-то мелочами. Ну, поменьше обращайте внимание на мелочи, и все у вас будет хорошо. Близнецы. Сегодня так себе нейтрально, но завтра с переходом Луны в Водолей у близнецов начнется вот масса позитивных эмоций, масса всего хорошего, какая-то позитивная информация придет. Мало того, близнецы, вот кого надо приглашать на Новый год к себе домой, так это близнецов. Они в этот момент будут своего рода как талисманом. Так что у кого есть знакомые близнецы, используйте это. Рак. Ой, четыре планеты в оппозиции к раку, как же им сегодня сложно, вот даже представить себе не могу. Не переживайте, завтра Луна уйдет из Козерога, и напряжение у вас значительно уменьшится. Лев. Ну, у Львов, наверное, будет самый веселый Новый год из всех знаков зодиака, потому что Луна перейдет в оппозицию. Обязательно вот вы, если будете продукты питания, оставьте вообще кому-то, доверьте близнецам или еще кому-то, потому что что-то будет происходить не так. То есть вы или пересолите то, или еще что-то, или что-то у вас перегорит. В общем, чем дальше от вас будут продукты питания, тем более благоприятный будет на Новый год стол. Знак Дева. Сегодня у Дев очень благоприятный день. Четыре планеты в Козероге всячески способствуют тому, чтобы у Дев было прекраснейшее настроение. Завтра Луна уже перейдет, поэтому попробуйте какие-то важные вещи, подготовительные к Новому году, успеть сделать сегодня. После 4 января я бы рекомендовал Девам быть аккуратными и внимательными с финансовыми тратами. Ну, например, если вы вставляете карточку в банкомат, то не забудьте ее оттуда вытащить потом. Потому что при оппозиции Венеры вы будете иногда не очень внимательными с деньгами. Весы. Такие динамичные дни. Сегодня у весов должно быть, ну, просто такая масса напряжения. А завтра все полностью наоборот. Завтра с утра вы проснетесь и поймете, что жизнь прекрасна. Луна перейдет в Водолей, это очень хорошая позиция для знака Весы, так что 31 числа и 1 января вы будете самыми очаровательными вообще в целом. Скорпионы. Пока Марс движется по рыбам, у Скорпион будет все только замечательно и хорошо. То есть у них сейчас период, когда можно осуществлять планы, которые вчера, позавчера еще были не совсем доступны. С 4 числа у Скорпионов начинается еще более фартовый период с переходом Венеры в знак Рыбы. Так что наметьте себе на 4-5 января какие-то
грандиозные планы. Особенно это будет иметь отношение к финансам и к каким-то заключениям договоров, партнерским отношениям. Стрелец. Ну вот Марс в рыбах как-то не очень симпатично смотрит в сторону Стрельца. Тем не менее, что касается Нового года, Луна переходит в Водолей, и Стрельцы должны его провести на достаточно позитивной волне. Рекомендуется при такой позиции Марса нигде не проявлять агрессивность, как-то сглаживать все углы, которые могут возникнуть. То есть немножко рассудительности и терпения, и все будет прекрасно. Вот примерно такая позиция. Я желаю всем отлично встретить Новый год. Все-таки Новый год, говорят, как встретишь, так и проведешь. На позитивной волне. Пусть ваш тост будет основной тост за себя любимого. Как я всем рассказываю, если ты любишь себя, если ваш бокал полный, вам есть чем поделиться. Удачи всем в этом новом году!